Ну вот Ходоревское благоустройство добралось и до центрального сквера в Юбилейном. Основной смысл происходящего – поменять статус сквера на статус парка. Для этого поставят 30 лавочек, 20 урн, поменяют покрытие дорожек, сделают по периметру новый забор, чтобы было всего несколько входов. А самое главное, очевидно, придется вырубать деревья, поскольку по губернаторской программе здесь будет установлена новая детская площадка площадью 300 квадратных метров. Ну куда ее здесь поставишь, не вырубая эти прекрасные каштаны и липы? Но будут ли с этим согласны жители, если детских площадок в окрестностях и так предостаточно? Говорят, что управляющая компания провела в местных домах опрос, и все только за. Что-то я очень сомневаюсь. Ну а в среду, в 3 часа дня, когда все на работе, Александр Ходорев, не избранный жителями мэр города, а назначенный фальшивым советом депутатов на эту должность, проведет свой отчет вот здесь, на стадионе «Вымпел», расскажет, что он сделал прекрасного в Королеве и как собирается застраивать Королев новыми 20-этажками. Приходите!